Очень хорошо, спасибо огромное. От себя хочу сказать, что Муаббат Буча, не переживайте то, что у вас сейчас вот это идет. Мы на то и есть команда, чтобы подставить плечо друг к другу. Я знаю, что вы готовились всю ночь, готовились как можно, насколько вы можете хорошо. Я постараюсь передать все, что вы готовили, и надеюсь, вы оцените то, что я сегодня скажу. Итак, дорогие друзья, у нас с вами сегодня тема «Последние новинки компании Faberlic по уходу за лицом». Так, сейчас, одну секунду. Предлагаю вам найти ручки, блокнотики, что-то записывать, потому что серии очень на самом деле хорошие, очень продуктивные. Вообще компанию Faberlic я люблю за что? За то, что компания наша сама на самом деле уникальная и производит уникальные продукции. Вы не представляете, насколько это круто, то, что мы все с вами, и пользователи, и консультанты компании, потому что компания Faberlic, она постоянно делает какие-то научные разработки новые, доставляет для нас из разных уголков мира разные экзотические, эксклюзивные такие компоненты, да, то из глубины океана, то из солей каких-то, которых мы даже, о существовании таких солей мы даже представить не можем. И вот последние вот новинки компании не исключение, они такие по составу волшебные, такие богатые, что стоимость этих продуктов на самом деле очень маленькая по сравнению с тем, что компания сотворила. Первая серия у нас идет, серия Биомика. Ну, про серию Биомика я с вами говорила уже на своем вебинаре, да. Она является из категории для всех типов кожи. Невероятно хорошая серия. Действие у нее такое увлажнение, восстановление, и причем без нарушения шелочного баланса кожи, вообще всей нашей кожи. В чем уникальность этой серии? Если кто имеет представление о вообще коже, а над кожей есть щелочной слой, то есть кислотность есть над нашей кожей. А в этой среде живет такой так называемый микробиом. Микробиом. Функция этого микробиома – защита нашего организма от внешнего фактора. А щелочь, вот эта, в которой живет микробиом, выполняет функцию защиты этого микробиома. То есть микробиом защищает нас, а щелочь защищает микробиом. И вот эта щелочь, чтобы наш микробиом жил хорошо, чувствовал себя хорошо и защищал тоже нас достаточно хорошо от внешних факторов, уровень этой щелочи должно быть от 4,5 до 5,5. Больше или меньше, если будет, микробиом начинает умирать. Вот уникальность серии микробиом в том, что pH этой серии равняется 5 и 0. То есть, когда мы наносим крема серии Биомика или пользуемся очищающими средствами серии Биомика, мы не нарушаем щелочной баланс нашей кожи. Более того, если мы наносим крем, вот я самый, который люблю, это артикул 1252, это крем-флюид для лица, рук и тела. Когда его наносите, повышается местный иммунитет кожи. То есть сейчас в данной ситуации с пандемией, да, с эпидемией,
нам очень важно сохранять вот этот pH-баланс и среду микробиома нашей кожи, чтобы она активно боролась с вот этими вирусами и инфекциями. Так что запишите для себя, если вы пользуетесь вот этими кремами, вы намного повышаете возможность не заражения вот этими вирусами. Вот, предлагайте всем своим клиентам. Она обычно, вот этот крем-флюид один, да, обычно стоит 45 самом в каталоге. Очень разумная, очень хорошая цена, потому что она идет и для лица, и для рук, и для тела. То есть, если бы это было три крема, да, получается по 15 самани. И учитывая то, что это крем с pH уровнем 5,0, это очень достойная цена. В каталоге номер 5 я делала расчет такого набора, сколько стоит. Если набор биомика брать, там один крем-флюид, восстанавливающую маску и мицеллярную воду. Получалось в общем в ценах каталога 135 само. То есть ваш клиент покупает за 135 само, а вы покупаете за 104 само. Выгода вам остается 31 само, и баллов вам дает 12 баллов. Вот. Серия состоит полностью, почти полностью из натуральных компонентов, 95%. Это очень хороший показатель. Не содержит парабенов, этилового спирта, мыла и красителей. Так что, если у вас есть среди клиентов люди с чувствительной кожей, люди со склонностью к разным раздражениям, к чувствительности к раздражителям, старайтесь, предлагайте именно серию микробиом. А вот мне кто-то помогает, видимо, это Мухаббат помогает со слайдами. Вот микробиом помогает с чем, да? Сигнальная функция, защитная функция и барьерная функция кожи именно поддерживается микробиомом. Дальше. Серия Варио. Серия Варио, она уникальная. Она уникальна чем? Тем, что здесь вы можете соединять несколько эликсиров, да, и в зависимости от потребностей вашей кожи. Можно То мне? есть, что из серии? Алло, алло, Мухаббат, что вас слышно? О, меня слышно? Слышно, слышно. Слышу, слышу. Давайте передаю слово вам. Дальше продолжать или начинайте сначала. Успехов. А, Муабат, где вы? Меня слышно? Слышно? Давайте, да. Факат гамезанит. Передаю слово вам, я выключаюсь. Давайте. Удачи вам. Алло, Акай Раси? Все, можно начинать уже? Можно, да. Меня слышно? Спасибо. Ромада Акай Раси, извиняюсь. Добрый день всем, уважаемая Малдар Ахматовна, дорогие коллеги. Меня всем слышно?
Пожалуйста, поставьте плюсики, если меня слышно. Прошу извинения за технические неполадки. Мы полтора часа с Акаи Расим разбирались, в чем дело. Он мне помог. Спасибо ему большое, огромное. И, пользуясь моментом, хочу поздравить всех вас с наступающим праздником, с 75-летием, Днем Победы. И хочу пожелать, чтобы вы всегда в жизни порою были победителями, чтобы побеждали себя, побеждали свою лень, чтобы везде и всегда с вами была победа. Ура! А теперь хочу плавно перейти к нашему вебинару. Я Мухаббат Хакимова, золотой директор компании Faberlic, которая уже более 10 лет сотрудничает с великой компанией нашей. Компания Faberlic является одним из производителей уникальных средств, достаточно широким составом и доступными ценами. Лично я в восторге от последних новинок средств по уходу за лицом. Сотрудничая с ведущими мировыми лабораториями, как Интеркос, Биотек Марин, доставая самые разные экзотические ингредиенты самых разных уголков планеты, предлагать при этом доступные цены может только наша компания, то есть компания Faberlic. Давайте в этом сегодня вместе убедимся. Итак, начнем. Про серию Биомика, по-моему, Муатар уже все рассказала. Знаете, что я хочу сюда добавить? Я хотела бы добавить, в чем уникальность этой серии. Вообще, что такое микробиом и зачем он нужен? Давайте я чуть-чуть добавлю, а дальше потом продолжим. Микробиом – это сообщество всех микроорганизмов на коже. Это микробы. Согласитесь со мной, это микробы. Это бактерии, это грибки, это вирусы. Баланс микроорганизмов кожи уникален для каждого человека. Он определяет внешний вид и здоровье кожи. Состояние микробиома во многом зависит от значения показателя кислотно-щелочного баланса, то есть pH по-английски. pH кожи, то есть кислотно-щелочный баланс. Поверхность кожи довольно кислая, с кислотно-щелочным балансом в интервале от 4,5 до 5,5. Например, кислотность лимонного сока составляет 2,4, а воды или в организме человека 7. Кислая среда важна для комфортного проживания баланса микробиома. Все средства серии — это преимущество. Они не содержат этилового спирта, ларусульфата натрия, мыла, красителей. Содержат гипоаллергенную отдушку. Подходят для всех типов кожи, включая чувствительную. Поэтому данной серии Биомика могут пользоваться все абсолютно. И молодые, и те люди, которые уже в возрасте. Потому что здоровье нашей кожи, оно очень важно. Для того, чтобы выглядеть всегда молодой, здоровой и сияющей, об этом позаботятся наши крема и очищающие средства серии Биомика. И так как уже Муатар нам рассказала, серия Биомика, оно сигнализирует потенциальные опасности, то есть если кислотно-щелочный баланс снижен, то есть
оно показывает защитная функция, не дает поселиться патогенам. Барьерная функция поддерживает работу защитного слоя кожи. То есть можно считать, что эта серия защитная. Дальше. Дальше у нас идет, можно такой вопрос задать? Кто пользовался серой биомикой? Есть какие-нибудь результаты, отзывы? Кто может в двух словах написать сейчас? Пожалуйста, вы меня слышите? Отлично. Только двое пользуются серией биомикой. Молодцы. И я только недавно приобрела себе, вот сейчас он рядом со мной стоит, крем-флюид для рук, лица и тела. Для лица, рук и тела. И начну, дай бог, пользоваться. Пока не пользовалась, но потом еще могу рассказать о нем. Теперь давайте плавно перейдем к серии Варио для любой кожи, для любой ситуации. Что я вам хочу сказать про серию Варио? Так. Серия Варио – это комплекс вариативной косметики. Купить можно по низкой цене. Комплекс Варио Фаберлик – это множество комбинаций крема, основы и эликсиров с направленными действиями. В серии вариативной косметики есть то, что понадобится коже сегодня, завтра и даже в следующем сезоне. Легкий увлажняющий крем-флюид для лица Варио Фаберлик. Первый крем. Насыщенный питательный крем для лица Варио Фаберлик. Крем для ухода за кожей вокруг глаз Варио. Знаете, в чем преимущество? И 4 таких эликсира, то есть проликсиров. То есть эта серия уникальна тем, что вам каждый день вы можете решить сиюминутно, что нужно в данный момент, прямо сейчас, вашей коже. Увлажнение после целого дня в пересушенном офисном воздухе или питание перед долгой прогулкой по зимнему парку, мгновенный лифтинг или выход на бал маскарад, да, например. Вы можете, согласно своему типу кожи взять любой крем и добавлять этим эликсирам. Биометрический комплекс крема повторяет структуру вашей кожи и доставляет необходимые компоненты точно в проблемные зоны. А уникальный компонент Renage, полученный из семян облепихи, повышает плотность и упругость кожи, омолаживая клетки. Комплекс Novastem O2 доставляет кислород в глубокие слои кожи и усиливает действие активных веществ. Насыщенный питательный крем с маслами жожоба и макадами и легкий увлажняющий флюид дополняют одним или двумя эликсирами. То есть, понятно, да? В любой крем можно добавлять по 3 капли эликсира, выбирая то, что вам нужно в данный момент, вы можете воспользоваться этой уникальной серией. То есть, смотрите, друзья, мы сказали уникальность серии. То есть два вида крема наших и плюс крем вокруг кожи глаз.
3, получается, композиции и плюс 4 эликсира. То есть вот этими 7 товарами, продукциями вы можете до 20 видов подход делать своей коже. То есть если вам нужно питание, первый эликсир добавляем в крем. Если увлажнение, второй, лифтинг, третий. И можно совмещать вот эти крем и эликсиры, совмещать их по сегодняшнему вашему состоянию кожи. Применение крема отдельно нанесите на чистую сухую кожу лица утром или вечером. Схема применения. Нанесите на запястье немного крема основы. Добавьте несколько капель одного или двух эликсиров барио. Сияние, аквалифтинг, защита от морщин или антистресс. Смешайте текстуры между собой. Нанесите на чистую сухую кожу лица утром или вечером. Второй наш крем. От Варио насыщенный питательный крем для лица. Имеет богатую текстуру, обеспечивает питание и комфорт, даже сухой обезвоженной кожи, способствует быстрому восстановлению поврежденных тканей, поддерживает процессы естественного обновления кожи, наполняет силой мощных природных ингредиентов, сохраняет молодость и красоту. То, что для нас, для всех это важно. И точно так же, в зависимости от потребностей кожи, используйте крем-флюид отдельно или усильте его с эликсирами. Далее у нас идет В каждом эликсире свой активный комплекс с направленными действиями. Сочетание с кремом основной его эффект максимал. Приобретая данную серию, вы имеете 35 баллов. Если вы будете покупать в полном объеме, 35 баллов и 105. Алло, меня слышно? Приобретая серию Варио в полном комплекте, вы имеете 35 баллов и 105 самон чистой прибыли. Круто? Вообще круто. Покупая 3 крема и 4 эликсира, у нас получается 35 баллов. И если продать все это, 105 баллов чистой прибыли от продаж. Так, дальше. Серия карбозитерапия. Мега популярная процедура салонов красоты, которая теперь доступна вам дома. Углекислый газ необходим для нашей кожи, так как же, как кислород. И он способен творить настоящие чудеса. Убедитесь в этом сами с новой серией Oxycarboxy. А видимый результат уже вы увидите после первого применения. На 20% кожа боли становится увлажненной после первого применения, на 15% кожа становится более упругой. Карбогипсотерапия дает накопительный эффект увлажнения кожи на 20%. Улучшение тонуса и упругости на 19%, разглаживание морщин на 19%. Рекомендуем делать карбоксетерапию один или два раза в неделю. Перед процедурой проведите тест на индивидуальную непереносимость ингредиентов на чувствительном участке кожи, например, на запястье. В случае возникновения сильного жжения или покраснения, немедленно смойте водой. По данным клинических исследований, после однократного применения, проведенного медицинским научно-диагностическим центром, результ...
результаты клинических исследований курса из 5 процедур женщин. Они утверждают все то, что кожа становится более молодой, светлой и красивой. Все дело, они говорят, в пузырьках. Карбокситерапия дает вау-эффект без походов в салоны красоты. Это быстрый и надежный способ быть молодой и красивой. Углекислый газ необходим коже так же, как кислород. При повышении количества СО2 расширяются капилляры, улучшается кровоснабжение тканей. Клетки получают дополнительную порцию кислорода. В результате кожа выглядит более свежей, выравнивается тон и текстура, улучшается тонус. Так, шаг номер 1. Увлажняющий бальзам 0294. Бальзам обогащен увлажнителем кожи, комплексом Cepitomic, энергетическим коктейлем из морских микроэлементов. Подготовительный этап карбокситерапии размягчает роговой слой на поверхности кожи и удаляет отмершие клетки. Нанесите увлажняющий бальзам полным равномерным слоем на сухую очищенную кожу лица, шеи и декольте. Массируйте 1-2 минуты и не смывать, оставляя. Да, Мата, нашим девушкам это просто находка. Это обновление кожи, это сияние, это молодость, это совершенство. Так, переходим к шагу номер 2. Гель-активатор CO2, артикуль 0294. Это идет вместе с в наборе, то есть в одной упаковке два крема. Гель и увлажняющий бальзам. При нанесении геля активатора CO2 на увлажняющий бальзам начинает выделяться углекислый газ. В ответ на насыщение кожи CO2 активизируется микроциркуляция кожи, насыщается кислородом. Нанесите гель-активатор CO2 строго поверх увлажняющего бальзама по пропорции 1:1. Через 5-10 минут удалите излишки салфеткой. При нанесении гель-активатора CO2 возможен легкий разогревающий эффект и покалывание, что является естественной реакцией кожи на процедуру. Кислородная маска – это шаг номер 3. Артикул 0295 содержит перфтодекалин, который доставляет глубокие слои кожи. Пантенол и гиалуроновая кислота для интенсивного смягчения кожи кислородом активизирует локальную микроциркуляцию, смягчает и увлажняет кожу. Нанесите небольшое количество кислородной маски на кожу лица и равномерно распределите. Через 10 минут удалите излишки салфетки. Применяйте маску в качестве завершающего этапа карбокситерапии или самостоятельно для мгновенной свежести лица. Заказывая данную серию, вы имеете ровно 14 баллов и 40 самон дохода от продаж. Так, можно ли использовать беременным и кормящим грудью? Конечно, можно. Конечно, можно, потому что наши крема, они приготавливаются в самых лучших лабораториях, как мы уже сказали, и они на 90-95% содержат натуральные вещества. То есть я тоже после регистрации в компании Faberlic родила 3-4 своего ребенка и полностью во время беременности пользовалась и кремами, и АБЦ-пилингами из серии Expert, и красила волосы. Все, что говорили, не писали, я делала с Faberlic
у меня красивые, умные, прям волосы на месте. Все дети в норме. Я могу гарантию дать на 100%, что все наши крема можно пользоваться во время беременности. Ну, не буду говорить о биодобавках, я даже пила наши биодобавки. Омега-3,6,9 в прошлом презентации, которую презентовала Евгения Рязанова. Живицу я пила, много чего. С Фаберлик я все как бы протестировала. И третий, четвертый мои дети, можно сказать, вообще красавчики. Можно ли использовать на чувствительной коже? Да, конечно, можно. Но только смотрите, мы сказали, при повышенной чувствительной коже нужно тестировать, например, на коже рук, запястья. И если будет слишком такое раздражение, сразу нужно мыть водой. Дальше. То есть о трех шагах серии оксикарбокса мы сказали. Дальше плавно переходим на серию океан. Так. Всем известно, что клетки нашего тела общаются между собой. Вы знали об этом? Кто знал, что клетки в нашем теле между собой общаются? Пожалуйста, плюсики, если меня слышите. Меня слышно? Алло? Здорово, классно. Так, клетки нашего тела общаются между собой, и не всегда о добром и светлом. Поврежденные возрастные клетки передают другим токсичный сигнал, заставляя их разрушаться. Это называется вирусным старением. Но, к счастью, этот процесс можно остановить. Круто, да? Вообще. Хомида Мирсаидовна, меня не слышите? Отлично, продолжаем. То есть мы сказали, что клетки нашего тела общаются между собой и не всегда о добром и светлом. Поврежденные возрастные клетки передают другим токсичный сигнал, заставляя их разрушаться. Это называется вирусным старением. Но, к счастью, этот процесс можно остановить. Как? Спросите вы. Мы погрузились в глубины океана, чтобы разгадать эту тайну. И у компании Faberlic это получилось. Эврика. Созданный Faberlic и французской лабораторией BioTechMarin комплекс SPR-HTN из редкой бурой водоросли и морских минералов встает на пути цепного старения. Он защищает молодые клетки от вредного сигнала стареющих и стимулирует синтез коллагена, входящий в формулу знаменитый кислородный комплекс Faberlic NovaFem O2, доставляет ценные ингредиенты в глубокие слои кожи. Так линия роскошенных средств Faberlic Океаном запустил уже мощный импульс молодости и энергии. Так. В серии у нас есть пробуждающий крем для лица, который изменения, создает матовое сияние, обновляет и наполняет кожу энергией океана. Это у некоторых, да, наверное, не слышно. Это, видимо, с интернетом связано. Продолжаем. Пробуждающий крем для лица
Он наполняет кожу жизненной силой, восстанавливает водный баланс, улучшает тонус и микрорельеф кожи. Так. Легкий концентрат для кожи вокруг глаз. Артикль 0941. Цена в каталоге 799 рублей. То есть тоже на этой серии можно заработать огромные баллы, нормальные баллы. Легкий концентрат для кожи вокруг глаз разглаживает морщинки, уменьшает темные круги, возвращая коже упругость и сияние. Имеет легкую текстуру, разглаживает морщинки, уменьшает темные круги, ревитализирует кожу вокруг глаз. Так, дальше у нас идет крем-маска для лица питания Океанум Фаберлик. Оно оптимизирует ночное восстановление, уменьшает признаки усталости кожи, возвращает ей тонус и эластичность. Имеет умную многослойную структуру из родственных кожи компонентов. Восстанавливает микроповреждения в течение ночи. Заполняет неровности кожи. Значит, крем-маску для лица мы пользуем вечером, ночью, да? Так, ой, пока не спасибо. Дальше. Как применять ночную маску? Нанесите на очищенное лицо вечером, распределите массирующими движениями до полного впитания. Не смывать, оставляем. Морской, далее у нас идет эликсир для лица. Он содержит комплекс активных ингредиентов максимальной концентрации, ультратонкая текстура заполняет неровности микрорельефа и глубоко питает, усиливает действие пробуждающего крема и крема-маски, наполняет кожу жизненной силой, восстанавливает водный баланс, улучшает тонус. Нанесите небольшое количество эликсира на очищенное лицо и равномерно распределите по коже. Можно применять отдельно или для усиления действия пробуждающего крема и крема-маски. Можно отдельно применять, можно с кремом сочетать. Обновляющий крем для тела. Мгновенно успокаивает и обновляет кожу, надолго увлажняет, окутывает тело шлейфом цветочно-морского аромата. Легко наносится и быстро впитывается. Дальше. Приобретая всю серию Океана, вы можете заработать ровно 150 самонов от продаж и 80 баллов. Это вообще хорошие результаты. Дорогие друзья, что я вам хочу сказать? Наши последние новинки, как мы сказали, уже Бионика, Фаберлик, Оксикарбоксы, Варио и серия Океану. Наши производители их производили так, что каждый из них уникален. И у каждой из этих серий есть своя уникальность, которой они очень дорого стоят в процедурах, в салонных процедурах. И Фаберлик доставляет нам такую возможность приобрести такие классные, уникальные, супердействующие крема, супердействующие продукты по доступным ценам. И это очень радует. И впоследок я хочу сказать, что с компанией Фаберлик я уже давно работаю, 10 лет с лишним в компании. Были разные моменты, и
хочу вам сказать, что были падения, были взлеты, были стабильности, были трудности, были вау, признания, была сцена Москвы, была сцена Шри-Ланки. И это все в удовольствие. И я сегодня нисколько не сожалею о том, что 10 лет назад меня пригласили, зарегистрировали, и в жизни я много чего добилась. Сегодня я хочу сказать вам, сейчас, в данный момент, в нашей ситуации, да, последними новостями, я желаю, я хочу рекомендовать вам не останавливаться, держать команду, поддерживать их морально, реально, материально, если надо. И дай Бог, через один год, через два, через десять, как мы, вы будете себя собой гордиться, гордиться тем, что вы сделали. То есть такие моменты всегда были, есть и будут в будущем. То есть вчера мы с Балтуевой Фирузой об этом говорили. Как только у нас начинается взлет, сразу какие-то препятствия появляются. Да, Муатар правильно пишет, услуга карбокситерапии вообще нету в Таджикистане. Вот можете проверить, в любой салон зайти и проверить, что их действительно нету. И мы смотрели в интернете то, что один крем только для лица стоит 1452 самуна. А Faberlic нам предлагает такую услугу совсем за бесплатно, можно сказать. И плюс дают нам баллы, за эти баллы нам дают, выплачивается, начисляется наша ОС, и это вообще вау, круто и шикарно. Поэтому желаю каждому из вас пройти этот нелегкий момент без падения, держитесь за свои структуры, делайте объемы. Компания Faberlic, в частности Маульды Рахматовны, очень огромная поддержка. Можно сказать, ни в каких, даже в государственных учреждениях такой поддержки нет. Я вас об этом, я заявляю громко, то, что Маульда Рахматовна беспокоится за нас, переживает, болеет с нами. Она, когда мы падаем, она падает. Когда мы встаем, она встает. И 24/7 она готова помочь нам. Поэтому такой поддержки, такие шикарные акции, такие шикарные у нас руководители, сотрудники. Вот скажите, если вы в 10 часов ночи позвоните Маульде Рахматовне, она ответит, пожалуйста. В плюсиках напишите, пожалуйста. Конечно, ответит, конечно. Такой поддержки нигде вы не найдете. Поэтому желаю каждому из вас держаться за свои структуры, держать объемы, держать товарообороты. И через некоторое время, это все временно, все пройдет, и вы скажете, да, я была права, я сделала правильный выбор, я была большим молодецом. И еще раз, пользуясь моментом, хочу поздравить вас с Днем Победы. И это в истории первый раз, когда мы сидя дома, будем отмечать День Победы. Праздником вас, дорогие коллеги! Желаю вам роста, процветания и вперед, только вперед! С Faberlic мечты сбываются. Я на это даю 1000% гарантию. С праздником всех!
Маульда Рахматовна. Прошу вас на сцену. Дорогие коллеги, если есть вопросы, можете задать, написать. У меня на сегодня все. Спасибо вам, что участвовали в вебинаре. Дорогие друзья, ой, извините. Наши крема, они, знаете, сложно совмещать. Почему я вам скажу? Потому что, когда, например, вы берете тоник из серии Ботаника и берете крем Блум, да? Это вполне естественно можно, потому что одна и та же компания, один и тот же завод. В составе всех наших косметических средств, кремов, всего-всего, даже помады, есть Novoftemo 2. И они никак не могут как бы между собой вполне возможно, конечно. Вы можете тоник взять из серии Ботаника, крем из серии Блум, эликсир из серии Проликсир, да, например, или Ревенаж. И все это можно совмещать. И точно так же с нашими новинками. Спасибо. Вас тоже благодарю. Алло, меня слышно? Маба, вы что, слышите меня? Да, да, конечно. Прошу прощения, что без приглашения включилась, но у меня обращение ко всему Таджикистану, кто сегодня подключился, огромные молодцы. Хотелось бы сделать одно такое заявление, просьбу, да? От имени всего вот, драгоценного состава, от имени руководства компании. Друзья, мы создали вот эти вебинары и специально адаптируясь под нынешнюю ситуацию. Давайте, друзья, будем как можно больше приглашать своих людей, чтобы они слышали, они слушали нас. Информации ценные даются, мотивация дается, каждый... Лидер – это отдельная личность, отдельная история. Ваши же люди будут слушать нас, да, каждого из нас, и будут мотивироваться. На таких мероприятиях будут расти. Кто со мной согласен? Да, это я. Конечно, Маша, мы согласны. Лидеры растут на мероприятиях, на вебинарах, на тренингах. Поэтому приглашайте, нам в Москве говорили, когда вы участвуете на тренинге, зарабатывает ваш наставник. А когда вы приводите с собой ваших людей, вашу команду приглашаете на тренинг, на вебинар, без разницы, на мероприятия компании, зарабатывать начнете именно вы. Поэтому вам выгодно. Нормально? Поэтому вам выгодно приглашать людей. Призываем всех вас побольше приглашать свою команду, свою структуру на такие мероприятия, вебинары, то есть в данный момент. И у вас обязательно будет рост, у вас обязательно будет расти команда, и, соответственно, будет расти ваш доход. Слышно?
Я на связи? Да, я на связи. Что? Да. Мухаббат, вы закончили, да? Или вам есть еще что сказать? Дорогие друзья, у нас на сегодня все, завершение. И спасибо всем, кто участвовал. Если есть вопросы, пишите в личку, скину вебинар. Запись вебинара будет у нас, естественно. И еще раз извиняемся за сегодняшние технические неполадки. До встречи, друзья, мы любим вас. Процветания вам каждому и роста. Мухаббат, вы закончили, да? Меня слышно? Мухаббат, спасибо вам большое за проведенный вебинар. Очень, знаете, такие вот проблемы с интернетом, честно говоря, мне очень хотелось послушать, и так получилось, что какая-то часть у меня пропадала, поэтому я периодически вас не слышала. Но я уверена, что всем понравилось. Эти серии новинки я тоже очень наши люблю, наши крема действительно работают. И я вот слышала, как сказала Муатар, эти вебинары мы, в принципе, создали для консультантов, для всех консультантов компании в Таджикистане, потому что очень хочется, чтобы каждый консультант, предлагая нашу продукцию, знал все о ней. Поэтому прошу вас подсоединять еще раз своих консультантов. Это практически, скажем, те, у кого, в принципе, есть дома доступ к интернету, которые, в принципе, так и так оплачивают этот интернет. Получается, что это практически бесплатные вам передают знания наши лидеры. Поэтому присоединяйте, пожалуйста, на будущем на все вебинары, потому что темы у нас дальше больше будут еще интересней. Вот. А от своего имени хочу вас также поздравить с наступающим праздником 9 мая. Хочется почтить памятью всех павших в Великой Отечественной войне. Я уверена, что у многих из вас также погибли ваши деды, прадеды, были участниками этой войны, кто-то погиб во время этой войны. Поэтому всем им светлая память, всем им низкий поклон за наше сейчас мирное небо. А в нашей сейчас ситуации тоже так же хочется, чтобы мы тоже победили этот ужасный вирус. И это произойдет очень скоро. Всем вам желаю здоровья, добра, мира, благополучия, позитива, улыбайтесь всегда, улыбайтесь почаще, поднимайте себе настроение. Всего-всего вам хорошего, берегите себя. Всем удачи, всех обнимаю. До свидания.